Молодому адвокату представляется уникальный шанс. Милтон Чедвик Уотерс, мы приглашаем вас в Нью-Йорк. Билеты первого класса, размещение, все за наш счет. Для вас и вашей супруги. Боже ты мой. Он окажется в обители богатства и амбиций. У нас уже 40 партнеров-инвесторов. А кроме того, мы обслуживаем корпоративных клиентов из 25 стран. Он выделил вам 15 минут. Не тратьте их зря. Джон Милтон. Кевин Ломакс. Каково это? Сегодня спас от тюрьмы и завтра упрятал в нее. Сначала нужно привыкнуть. Зато платят хорошо, да? Добро пожаловать в Вавилон, ма. Помянешь дьявола, и вот он. Мир власти и соблазна. Кто это там с сенатором? Управляемый одним человеком. Кажется, он нас слышит. И, по-моему, даже чует. Он может осуществить любую мечту. Поднимешься наверх? Да нет. Исполнить любое желание. Я лишь пользуюсь твоим талантом. Знаешь, что я вижу? Я вижу будущее этой компании. Он знает ваши тайные страхи. Милтон занимается всем подряд. Поставками оружия, токсичными отходами, отмывает бабки для восточного блока. Мне здесь не нравится, Кевин. И знает цену вашей души. Давай сделаем ребенка. Да кто же вы? О, у меня столько имен. Я рыл эту землю еще с самого начала времен. А Бог только смотрит издалека на свое заброшенное поместье. Киану Ривз. Зоуи была там. Теперь я знаю. Аль Пачино. Пока Бог там дрыхнет, мы победим. Пришло мое время. Адвокат дьявола.